Здравствуйте. Извините за опоздание. Можно войти? Ой, ну, опоздала. А ну-ка, дневничок давай сюда, пожалуйста. А у меня нет сегодняника. Конечно, нет. Может быть, ты тогда вспомнишь, что ты отвечала мне, когда нужно было сказать, кто родился в этот день в 1786 году, а? Но опять вы за свое. А что еще мне остается делать? Ладно, что с тобой поделаешь? Проходи. Я не одна. А кто там еще? Андрей Дмитриевич, хоть вы уже и рассказывали, расскажите еще раз, откуда у вас этот шрам? Вы все хотите услышать про шрам? Да. Ну тогда усаживайтесь поудобней. История будет длинной. Подвале школы восстание Друзья, ну может быть хватит ссориться?
Я предлагаю объединиться перед самым страшным и сильным нашим противником – это единый государственный экзамен. Вместе мы с ним справимся, но поодиночку ничего не сможем сделать. Ну что, вперед за 100 баллами? Да! А знаете, после той истории у меня уже таких учеников, как вы, не было и, надеюсь, не будет. Так что старость проживу спокойно. А это что за ребенок? Папа, а кто этот дяденька? Это дяденька? А это теперь твой новый учитель.